Күп эвен кийске национальный нехилек статуста. Олохтоохтор төһөдаганы төрөбүт төрүт тылларын, умнубуттарын хин, бээлерин эбенкилеринен билинеллер. Уонна онон киен тутталлар. Билигин симелиен эрер культураларын, традицияларын, көбүтен сөхсүтен эреллер. Күп 500-тен тақсы нехиленелек, қанна да барын курдук, кесирин чумпу олығынан олорор бөхөлек. Сепперексита, сандаса, скеленьеринен, опупма спуткара, чухенерен, сепперексита, диагайди, скеленьеринен, барагатина, гадалибин, онна, краток, аяк, тутунере. Начинаем бегать. Моготай так сыра, моготай так бутын кенне, жа улахан беге сүгүриер баянай кылбыт аркагыттан так кыра, олонно сүгүрий, сүгүрий бит. Итыктан тура. Приглашают стройные березы, длинны их шелковые косы, тяжко спадают до земли, тела их ночью волнующе белеют при луне, и каждый стоит, как туярма, красавица якутская, и внемлет свечению неба,
волосы звезды. Вас приглашают в чистые озера, куда присели отдохнуть планеты. Они от одиночества устали, они тепла немного наберутся и запахов песка, воды и листьев, густых медовых запахов травы. Вас приглашает спелая трава, вошедшая в законные права, владелицы долин земных огромных, а также и полян лесных укромных. От тучности стоящая едва, вы здесь напьетесь кумыса, чья пена клубится, оседая постепенно. Отведайте масло, аромат его и страх высокостойных взят. Здесь кряку яйца в камышах кладут, леса вдали седой туман придут. Вас приглашают отчие просторы, вам здесь дано изведать вкус работы, изнеженным и располневшим телом, почуять плотный сенокосный жар, кусками камни станут ваши мышцы, а щеки земляникою зардеют, той самой, что порой в траве сверкнет. Косите, заготавливайте сено, косой звените жаркую стальной, себе узнайте подлинную цену, вдруг ощутившие крылья за спиной. В лугах трудитесь до седьмого пота, пока огонь на небе не потух, и в вас войдет могучий дух работы, омолодит вас древний этот дух. Мы пропагандируем свою культуру, эвенкийский язык, эвенкийский фольклор. В своем в районе, да, в Якутии, не только в Якутии, да, но и в межрегиональных фестивалях, конкурсах участвую. Скажите, пожалуйста, что интересного в этом направлении вы сделано уже? Ну, у нас в этнокультурном центре, да, работает проект «Моя земля», да, Мингидунев. И в рамках этого проекта в 2023 году у нас была запланирована тур, да, народный творческий коллектив «Чатюль» при поддержке муниципального района, да, администрации, принял участие в экспедиции Усть-Ямая, Аян, Усть-Ямая. Мы поднялись 600 километров на моторных лодках по реке Майя. В прошлом году, в августе 23 года, наш народный творческий коллектив «Чачебель», да, при поддержке администрации, и поехали, значит, на экспедицию по приглашению поселка Нелькан Хабаровского края, да, у них юбилей был, значит, совершили на моторных лодках тур. И вообще очень плодотворно съездили, в каждом поселке дети выступали, концерты ставили, общались, слышали свой родной язык. И это очень замечательно. 4-5 декабря 2023 года любительский у нас творческий коллектив «Лучи секундари», да, ездили по приглашению Министерства культуры Бурятия на межрегиональный фестиваль. И ну, там тоже номинацию взяли, сценический костюм, очень хорошо, достойно выступили. Вот такое у нас достижение было большое в 2023 году. С этого года начинаем проект «Путь предков», кочевой фестиваль, и намечено 5 лет. По указу президента, да, о развитии ямщицкой культуры мы составили свой план, да, на 5 лет развития. У нас будет проводиться каждый год кочевой этнический фестиваль «Путь предков». И мы будем освещать, да, то, что, как становилось этот, да, тракт, что там, кто там был, да. Но и в этом году еще, в 24-м году, в январе, любительское объединение «Мекке» исполнилось со дня образования 35 лет. И мы в рамках мероприятия «Якутия мастеровая» провели юбилейное тоже мероприятие. И очень хорошо выступили, отметили наших мастеров. То, что мы, да, все вот делаем, это все для сохранения и развития нашей традиционной культуры. Менің бәрі үлем қайыскытынан кепсәдіқтіне, сүрттіғақ кейінлік, беге бәбіт, әбін кебет, фольклорон,
Эвенки бит тюнг булырги культуратын сайыннана мүтлелі бит. Клуб бұтугар бігі қайт үмсі бүтігер әлбәқа әбеденене лақ бұт. Аңардас чәчебіл ансамблға әте көрергіт күрдік. Улақан класы олара бүйіс бүтінні хиджалар. Ақсыз, тоқсыз, 11-із класы олары олық бары. Оны тағанан орты группа бар, онына қыра састағы олары мебалылар. Бұйыл бігі қа арасыға жекерген сыла анамбытынан бігі улақан болқымтыну. Урабыт, джекергеннер битегер, ол күрдік бігеға көпке алта герои елерді әхпет, ол герои елерді битегер бігеге кенеге оңырын сағылады бұд, оның стыында орды бұд, бұл біліңе келер кенеғыз кетчіктар бұд. Ужор бұд барда кенелікті сетімді әқтір. Ол үнірді үші қарачан маннығы стыында орды бұд, оның кенелік тұстардың үнірді үші маннығы құхан айымыны құрыйды бұд. Онтой бұд бұл кенелерге сатыру кенеге тәтақсыға әрене күтебіт. Беге бирді жылақ бұд Дмитриш Апресимов бұйыл түрәбіті 95 сылығыр аналлақ, әлбәқ түрәйінірін орды бұд. Ол күрдік оғылар қоғаңы күректірін, күнделік күо спектакліттен бұғатардан бұд беге көрдірді бұд. Бұйыл бігеға ямшыцкай культураны сайынырамыд 5 сылақ ұлақан үлен орын тұра бұд. 1 сылақ бұдын ұжы жан кәлібет білеген 4 сылақ ұстада постановкалар тұрғырар, кен үліға қайыз қаланан үлелесін жабыд. Националный бүхілік болар бұд бұғытынан біғеге бар культураны бардың үйелеті біт, біғеға нұтшалар да бағылар, әбәнкелер да бағылар, сақалар да бағылар, кенелер қайда қолыр бұттырын, кенелер қанан культуралы ақтырын, қантын сұжанын ақтырын, біғеге бардың үйелеті жабыд, онына оғылыр бұтығар терді сатып біт. Separate.
Сырдык долгуңа уйдаран, күп туғынан маңнайгы бері бітін түміктүйбіт.